На рынке бытовой техники Дагестана укрепляет свои позиции сильный игрок – компания «Электробыт». Она вот уже 6 лет радует дагестанцев широким ассортиментом и низкими ценами. В честь знаменательной даты руководство сети магазинов организовало розыгрыш ценных призов. Подробнее о том, кто стал счастливым обладателем новой техники, в сюжете Карины Баталовой. Музыка, сладкие угощения и много гостей. Именно так отмечает свое 6-летие магазин бытовой техники и электроники, расположенный в самом центре Махачкалы, на месте бывшего детского мира. От покупателей нет отбоя. До окончания раздачи купонов остались считанные минуты. А значит, надо успеть, ведь подарков так много, что шансы выиграть очень большие. Сегодня мы решили сделать акцию для наших клиентов. С 1 по 6 при покупке любого товара мы дарим купон для участия в розыгрыше ценных призов. Мы решили отблагодарить наших покупателей за то, что они проявляют к нам лояльность. Мы очень рады, что они приходят к нам, и мы им решили вот таким вот методом отблагодарить их. Отблагодарить есть чем. Телевизор, стиральная машина, пылесос и многое другое. Помимо 10 крупных подарков, среди покупателей разыгрывалась масса мелкой бытовой техники. Милана Исаева – одна из тех, кому улыбнулась удача. Теперь она счастливая обладательница мультиварки. Поднимайтесь к нам, пожалуйста. Исаева Милана Османовна, правильно? Очень приятно. Я очень рад. Я надеюсь, что вам понравится эта мультиварочка «Витек». Буквально пару дней назад девушка с мужем искали холодильник. Выбор пал на магазин «Электробыт». Устроили цена и качество. С покупкой Милана автоматически стала участницей акции. Вы вообще думали, что выиграете? Нет, вообще не думала. Вообще не думала ни разу, пока ничего не выиграла. Цены очень приемлемые. Очень даже приемлемые цены. И по холодильникам, и по остальной технике очень понравилось. И обслуживание тоже. Есть подарком пользовать. Переезжаем сейчас в новую квартиру и как раз будем пользовать. Samsung, LG, Bosch, DeLonghi, Dyson и многие другие. Компания «Электробыт» является официальным дистрибьютором большого количества известных брендов. Помимо бытовой техники, в магазине представлены самые популярные новинки цифровой техники. В наличии также большой выбор посуды. Мы всегда мониторим наших конкурентов, если даже есть так говорить. Мы всегда даем лучшую цену. И помимо того, что мы гарантируем всегда лучшую цену, мы всегда, помимо того, даем еще бонусы поверх цены, лучшей цены. У нас всегда действует бонусная система на определенные бренды и товары от 3 до 15%. Тем временем главная интрига вечера – кто же станет обладателем телевизора. Заветные цифры озвучиваются, и неожиданно им становится маленькая Марьям. За подарком на подиум она поднимается вместе с дядей. Очень рады, что победили. Вам желаем успехов. Подобная акция не последняя. Радовать своих покупателей «Электробыт» намерен и в будущем. Напомним, на сегодняшний день компания представлена 2 крупными магазинами в Каспийске и в Махачкале. Найти в социальной сети Instagram ее можно по никнейму elbit.ru. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.